Здравствуйте, это обозревание героев, с вами Симакул, игровой канал Зайзен. Сегодня мы будем обозревать Свена. Первая его способность — Штормхаммер. Значит, она оглушает на 2 секунды, радиус 255, максимальный ее урон 325. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так вот это выглядит. Ладно, перейдем к следующей способности. Это следующая способность, она пассивная. Red Cliff. Значит, эта способность как бы наносит урон по остальным юнитам, которые рядом с вашей жертвой. Значит, с первого уровня, когда она наносит 20% урона всем окружающим. Потом 35, потом 50, а уже 65. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Как вы видели, мы наносили урон всем игрокам и юнитам, которые были около самой цели. Перейдем к следующей способности. Следующая способность действует только на нас, Warcry. Эта способность сначала, когда на первом уровне, увеличивает броню на 4 и дополнительную скорость на 12. Потом уже броню увеличивает на 8, на 12, на 16. Сейчас мы покажем, как это отражается на уроне. Вот сейчас у нашего врага 144 атаки. У него атака 144. Сейчас он ударит просто так. Как мы видим, он отнял нам примерно пол вот этой ячейки. Сейчас мы нажмем на это. Объект у нас значительно увеличивает скорость. Когда он нас бьет, он уже отнимает 1/3 ячейки. Перейдем к следующей способности. Следующая способность у нас уже ультра. Сначала, значит, у нее всего есть 3 уровня. С первого уровня, значит, наш урон увеличивается на 100%. Со второго на 150%. С третьего уже на 200%. Сейчас я покажу, насколько у нас увеличивается урон. Вот, сейчас я ударю моего соперника просто так. Как мы видим, урон не очень. Сейчас я на это нажимаю и посмотрим, сколько я сейчас ему буду отнимать. Как мы видим, это того стоит. Урон намного очень увеличился, целых на 200%. Ладно, с вами был Симак, это игровой канал Зайзен. До встречи!